Обучиться вождению тем, кто не может позволить себе отдавать за это деньги, стало возможным в Махачкале. В рамках благотворительной акции учебно-инновационный центр «Автошкола» дает нуждающимся возможность пройти обучение совершенно бесплатно. Что для этого нужно, вы узнаете из следующего сюжета. Автомобиль – это важная часть жизни современного человека. Ну а умение водить – навык не менее нужный в повседневных реалиях. Желание обучиться вождению возникает рано или поздно почти у каждого человека, но на пути, как правило, встают отталкивающие цены. Отдать деньги за обучение может не каждый желающий. Однако теперь получение теоретических и практических навыков вождения стало доступно и для малоимущего населения Дагестана. В нашем учебном инновационном центре функционирует бесплатное обучение. Бесплатное обучение – это те лица, которые нуждаются, то есть малоимущие семьи, многодетные семьи, у которых нет возможности получить водительские права. В ходе теория, практическое вождение 10 часов индивидуально с инструктором. По окончанию наших курсов они получают сертификат. Сегодня для многих машина – это не только транспорт, но и средство заработка. Обучившись вождению, человек открывает перед собой новые возможности. Так Эльмира Азизова ходит на курсы уже месяц. Для вдовы с двумя детьми право обучаться на бесплатной основе – это щедрый подарок, признается Эльмира. Придя сюда, я узнала от Салимат, девушки, которая здесь работает, что здесь, ну, Сира, там предоставляется бесплатное обучение. Но это было как бы, это в Дагестане как бы не новость, то, что Сира там привыкли и помогать, и делать для них что-то. Но то, что автошкола такая открылась, это, конечно, меня очень удивило и порадовало. Центр функционирует с июля текущего года. Каждый месяц для нуждающихся выделяется до 5 бесплатных мест. Все, что нужно, это принести копию паспорта и справку о доходе, подтверждающую низкий уровень заработка. Мы являемся единственной автошколой в Республике Дагестан, которая предоставляет бесплатное обучение. Наша цель – побольше обучить нуждающееся население, народ, в основном молодежь, которая нуждается в получении водительских прав для трудоустройства на работу. Центр находится на улице Гаджибулача, 36, и принимает по будним дням с 10 до 18.00. Хадижа Курбанова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.